Я очень рад приветствовать вас в этом 8-м международном форуме по педагогическому образованию. В западных странах, не постсоветских странах, педагогика развивается как практика. А еще в постсоветских государствах педагогика развивается как наука, как отдельная наука по педагогике. Этот форум даст такой рывок к тому, что вот то, что существует в западных странах как практика, и то, что существует в постсоветских государствах как теория, и смесь этих двух знаний, этих двух наук, приведет к тому, что все педагоги, ну, те, которые даже хотят стать педагогами, могут воспользоваться этим, ну, достижениями этих двух понятий.